А для всего этого действия нам понадобится вот такой вот 100-ваттный паяльник и анкер, часть анкера. Еще одно самое важное составляющее – это лезвие. Кстати, вариации данной самоделки есть две, и одна из них гораздо проще, я ее покажу в конце. Начнем с первой. Первое, что нам нужно сделать, это вот так вот разметить шляпку анкера. А теперь следует сделать пропил немного под углом. Вот таким вот образом примерно. Следующий шаг после того, как сделали пропил. Это все вставляется на место, вот таким вот образом. Единственное, что нужно немножечко укоротить, сейчас вернемся. Мы чуть-чуть укоротили, и теперь это вставляется замечательно. У нас есть этот пропил, и мы можем, естественно, засунуть наше лезвие. Единственное, что его можно чуть-чуть с помощью щипцами, чуть-чуть придавить. Теперь вставляем. Вставили лезвие и вот так вот плотно подтягиваем. Все это держится. Теперь включаем паяльник на разогрев. А для ускорения процесса лезвие можно немного надломать. Теперь лезвие нагреется побыстрее. Ну и вот что мы получаем. Уже появились цвета побежалости. Но, как видно, анкер не держит, поэтому самоделку можно считать глупой и нерабочей. Но есть выход, и гораздо проще и легче, особенно с таким паяльником. Возвращаем обратно жало, и вот что мы делаем. Этот паз вставляем и закручиваем. Единственное, что нужно. И вот, как и сказал, способ гораздо проще и легче. Можно, конечно, жало убрать, но теплоотдача с ним лучше и нагревается так прям значительно быстрее. И никуда не убежит. Поэтому тему с анкером можно сказать, что мы провалили. Нож нагрелся, и теперь мы можем вот так вот прорезать горлышки. Кстати, поставь плюсик в комментарии, если ты смотрел до этого момента. Либо напиши свой гневный комментарий, зачем это делать и зачем это все нужно. Мне интересно с тобой поболтать в комментах. Погнали! Делать это, конечно, нужно аккуратно, ибо эта штука и горячая, и очень-очень острая. То же самое здесь. Это может быть не так быстро, как обычный нож, но, возможно, зато можно сделать это все гораздо ровнее. Плюс, в таком формате его можно крутить как угодно.